Так, народ, привет. Вот отошли мы немножко от нашего отеля. Решили покушать. Кушать уже захотелось. Сейчас посмотрим, кто здесь. Наташа уже сидит. Смотрите, Наташа уже села. Оказывается, возле нас понастроили уже кучу кафешек. Так, сейчас уменьшу чуть-чуть. Ох, чуть не убилась уже только что. Ага, Hot and Taste Cafe. Горячее и вкусное кафе. Вот такое вот индийское. Вот наш район Эль-Джадаф. Он только обстраивается. Прикольный вообще райончик такой. Метро, смотрите, буквально в 5 минутах. Ну, неплохо. Новенький, молодой район. Сейчас пойдем покушаем индийской еды. Вот мы сразу шли, обратили внимание, как в каждом домике сразу, оп, сразу много кафешечка. Вот смотрите, бургеры, шаурма, барбекю и чай карак. Всякие вкусняшки такие. Ой, класс вообще. Жареные, конечно, но дико вкусные. Так, ну пошла, это Наташа уже есть. Привет, пацаны. Опа, а вот смотрите, сколько всего здесь есть. Давайте-ка я вам увеличу. Напоминает немножко, ой, чересчур, напоминает наше, что я играюсь. Напоминает кафе, в котором мы были в Эляйне. Ох, много всего и вкусного, много людей. Упс. Что Наташа выбрала, сейчас расскажешь и покажешь. Я уже выбрала, если у них есть, я хочу опять сур. Да. Как он сейчас? Я его забываю все время. Надо немножечко ближе камеру сделать. Так, цены у нас какие примерно? От и до. За пару долларов можно поесть, да? Ну, да. Вот суп 9,45, да, стоит? Да, это... А я какой хочу суп? Вот, а чикен тай, вегетейбл. Хорошо, давай вообще просто покажи, сколько вот шаурма стоит. Стоит, подожди, 13,75. Но это большая. Опять 25, такой вот завернутый пакетик. Вкусненький. Дальше что у нас еще есть? Салатики 12,50. Разные, причем разные. 10,50, 8,50, то есть от и до. А ну дальше что? Лепешку бы хотелось еще. Дальше всякие такие блюда. Народ, ну цены хорошие, слушайте. От 13 до 22 такие блюда. Это здорово. Так, что у нас дальше там? Кухня, индийская кухня. От 9 до... Все эти вот блюда 22. Посмотрите, какие блюда, просто это что-то. Все, у меня просто в желудке уже играет какое-то желание поесть. Оркестр, оркестр. Да, оркестр. Ну вот, традиционный фиш-бирьяни, рыбный от 12,60, обыкновенная с курочкой, а простой рис 7,35 стоит до 22, да? Угу. Шикарно. Тут лепешечки еще есть, мне бы хотелось. Ну и тоже разные. О, чейниз, я что-нибудь хочу отсюда. А чейниз, давайте мы возьмем чейниз и расскажем. И тоже цены от и до, от чего? От 13 до 27. Да. Слушайте, класс. И такое менюшка новая, хорошая такая, приятно держать. Это вот мы уже здесь лепешки, кстати, роти или чапати надо взять. Чапати нет, давай роти возьмем. Парата. За дирхам. Или парата тоже, ой, вкусные. Давай возьмем одну роти, одну парати, а потом будем, ну, здесь вот и крылышки. Будем думать, чем отличаются. Всякие вот такие наборчики типа КФЦ и Макдональдс от 12. Вы наедитесь таким за 12? Конечно, это пару долларов. До 63, хоть не знаю на какую компанию. Кафе шумно, приятно, значит вкусно здесь. Да, людей полно. 12,50 до даже 10,50 есть. Народ, это просто отлично, можно в Дубае выжить. Вы слышали о том, что Дубай дорогой город, но мы этот миф развенчаем. И всякие такие шаурмишки тоже 10, 8 дирхам есть вообще. Ну, послушайте, соки. Район класс. И сок очень тоже бы хотела. Соки 7,50 до 12,50, 10,50. Ну, то есть тут видно, да, допустим, манго, это, наверное, маленькие 7,50, потом средний 9,50, большой 12,50. Цены нормальные, как в Эляйне. Тоже хочу сок. Это всякие фреш-коктейли, миксы очень вкусные. Тоже сколько они примерно? 12,50, 15,75. Ну, классно. 10,50 до самый какой-то крутой такой, до 15. Вурш-алера. Я не знаю, что входит. 10,50, 12,50. Вот он. Я думаю, что это манго и клубничка. И клубничка. Вот что значит вурш-алера. Вот такие мохито, кстати, с собой можно взять. 10,50. Очень освежающий. Ну, синий, конечно, не хотелось бы. Непонятно, из чего такой синий, может, я сделала. Но вот мы вам показали, сейчас закажем.
расскажем, попробуем. Очень чистенько, кстати, очень чистенько. Ребята учатся есть, они прям таки жрать уже хочется. Давайте. Две минуты. Вот нам принесли наши соки. О, прикольно, кстати, это апельсиночка. Приветственный салатик. Забирают все вот так вот на калории. Не-не, возвращает, говорит, возвращай салат, это ржаки, блин. Мы такие думаем, странно, столько позаказывали, Наташа манго, у меня апельсинчик. О, это мой супчик. И у тебя острый должен быть, да? Thank you. Интересно, а лепешку нам когда принесут, Наташа? Ну давай, ты пробуешь. Не-не, он горячий, я боюсь. А, ты боишься, ну, я давай, перехожу. Мне понравилось, как мальчик поставил. Да, представляете, хотел у нас просто салат просто из рта забрать. Усидя. Ну, смотрится классно. Мне нравится вот такая типа это, да, вот? Я боюсь, наклеенная что это, эмблемка. Что я сейчас буду плакать. Ну, очень горячий. Наташ, не плачь, все будет хорошо. Мы в Дубае. Ну, в принципе, ситуация в мире налаживается. Да поэтому... я счастье. А, счастье, все. Да. Смотри, что я же прям думала, сейчас Наташа будет плакать. Сейчас Наташа нам бросится, да? А ну поковыряйся в тарелочке. Ребята, если не боитесь острова и хотите согреться, Наташа это обожает. Это ваше. Ну тут это курица тонкими так и много острого, острых приправ. Слушай, томат, ну есть, да, да. И что еще? Овощи. Очень много разных овощей. Ну ты же любишь такие вещи, да? Да. Поэтому ты заказываешь. Как ты так умеешь готовить вкусно? Я потрясаюсь. Слушай, а можно я попрошу еще и завтра? Я снимаю, попробовать и мой суп заодно. А вы за меня есть будете? Ага. А чего ж не попробовать? Да забыла, наверное. Ты все время ешь этот суп. Ну такой, знаешь, как немного на кисель похож. Да. Видишь? И тут вон мяско, смотри, куриное. И это... кукуруза. Что, Наташа сегодня героиня нашего романа? И у тебя острый, но попроще. Острый, но попроще. У тебя, знаешь, как бы перченый. Тебя... Блин, у меня перченый. Он всегда такой, да? Я забыла, да. Ну ясно, ладно. А, еще у тебя яйцо. Что, у меня яйцо? Да. Окей. Вот, видишь, ладно, сейчас я буду пробовать и кушать свой суп с яйцом. А вот, да, кстати, ребятам что-то интересное принесли такое, что там они кушают. Бери, что если мне сейчас... Еду принесли. Ой. Ой. Что это они такое кушают? Ну, вкусно, наверное. Ай, извините. Извините. Подсняла, ребят. Ну, простите, ладно, ничего, не ругаются. В общем, будем приступать к супчикоедению. Да, Наташа? Наташа уже кушает. Наташа уже плачет. Приятного аппетита. А, вот наш аппарат уже. Только я не успела это подойти. Ага, ого. Дончик. Угу. Спасибо, мужик. Поверь, мишелька. Класс. Это класс. Супер. Центик. Вермишелька, мутончик. Вот это мы зашли. Очень вкусная парата. Всего за дирхам 0,5. То есть на доллар 3,5 штуки можно съесть. Очень вкусный. Вот такой у нас вот. Парень такой сидит. Ну и бабы едят. Смотрит на нас сейчас. Ну что, нормально мы так кушаем. Так это вот, значит, у нас будет курочка с жареными вермишелинками. Твой палак мутон, барашек. Мы потом поронимся, покажем. Конкретно аппарата ясно, что вкусное, салатик, но мы пока даже к нему не притронулись. Ой, людей все больше в кафешечке. Ой, народ, мое лицо после того, как я супчик попробовала. Даже не то, что оторвала. Вкусно. С фазетки я бы руки не мыла, пока я в камеру держу. Желаю, чтобы все. Честное слово. Это вкусно, это быстро. Офигенно. Кстати, парень запомнил вообще идеально. Если ты запомнил, конечно. Элементарно. Легко. Молодец. Супец такой, что я икаю на рот просто. Ну, это хорошо. И все очень быстро. Да не то, что картошку почистили, пожарили, и сегодня прошло 3 часа. Тут довольно-таки много людей уже показала, и все готовится быстро, классно. Мне это нравится. Сейчас еще будем основные блюда пробовать. Сейчас только перекаю свой супчик. Покажем вам еще барашка, вермишельку. Ну, я думаю, все очень вкусно, это даже без вопросов. Невкусно готовить не умею, да? Приятного аппетита.
Вот сейчас Наташа будет уже основные блюда пробовать. Мой супчик все еще не доела, очень острый, я икаю постоянно. Очень вкусно пахнет. Так, барашек. Можешь просто вот поковырять, показать нам кусочки? Посуда красивая, кстати, которую подают. Ага, это реально мясо барашка, но оно такое. А, мясо есть, да? Все, сейчас посмотрим. Оно не как пюрешка, оно как твердые кусочки. Не, ну тут много очень заправки на самом деле. Скажу так, мне давали приборы вот металлические, я попросила пластиковые. Наташе дали пластиковые изначально. Я украду у тебя... Да, давай. Мне интересно, как ты... Как ты украдешь? Как ты ее оценишь? Как ты украдешь, как обычно? Так, пока апельсиновый сачок попью. Сейчас Наташа расскажет, как там блюдо. Сок апельсиновый вкусный. Как апельсин, да. Ну, сладенький, хороший. Ой, горячий. Так, ну я все-таки давай. Хочу мухончика, да? Так, вот мясо. Действительно, без костей его не пробую. Пахнет так вкусно. Да, классно, классно, классно. Отлично, ну еще раз. Ну, такое ощущение, что какая-то как перемешанный салат. А это, ты знаешь, мне кажется, не очень острый. Это так вкусно. Ну, я тоже сейчас попробую. Ну, тонко лак. Слушай. Как я, похожа? На индуску, да? Нет. Ну, Наташа очень часто за турчанку принимают. Реально без костей. Ну, мы же попросили. Так, а теперь я даже курочка. Давай, то, что я хотела, я вермишель пожаренную. Пахнет очаровательно. А чем оно пахнет? Ну, вермишелькой и курочкой, по идее. Жареная, вкусно. Ну как, вкусно тоже? Ай, класс. Завидую самой себе, сейчас все это попробую. Реально вкусно, дорогая. Значит, запоминайте, мутон палат. Очень вкусно. Спокойно, ну, конечно, остро, но спокойно остро. И это же, это, ягненок, да? Ну, мутон, барашек, ягненок. Мы там наш... Ягненок вил, наверное. Извини, пожалуйста, барашек, ну очень вкусно. Ты был хорошим другом. Это классно. Отличное блюдо. А я все еще отхожу от пожара у себя во рту и наслаждаюсь соком апельсина. Я предлагаю тебе присоединиться. Ну, пожрать я завсегда. Пошла я. Забыли сегодня селфи эту штучку, поэтому... Снимаю так, сейчас я буду допивать супчик. Там другой тебе, Наташа уже еще не сам. Много еще мяса. Кстати, очень тоже вкусный супчик. Он легкий. Он вкусный, но вот для Наташи он легкий. Для меня он капец острый. Если бы я попробовала твой, наверное, мне был бы трындец. Хорошо. Кстати. Что за капец? Трындец? Что это? Давай повышать культуру. Он бы был слишком островат для тебя. Трындец. Офигенно. Вот смотрите, Наташа мне помогает уже с моей вермишелькой. Ну, очень много, вкусно, но просто дико много. Ну, с мутончиком Наташе помогать не надо. Не, попробовала, очень вкусно, мягко. Да, Наташа, классно. Скажи, что даже ты считаешь, что не острый. Не, абсолютно, абсолютно. Там есть и перец, не острый, ничего. Там есть и перец, чили, все остальное. Но, наверное, шпинат и приправа какая-то совершенно не знакомая. Мне кажется, моя вермишель более острая, либо еще от супчика не отошла. Ребята, рекомендуем? Да, ресторанчик такой, да, прикольный. Классно, все, много людей было, много людей уходит, много людей подходит. Все кушают, все довольны. И чисто. Для да. меня тоже чисто. Ну как, для меня уже последнее время это не очень принципиально. Ну даже повар, покажи повар. Так, только что я шла чуть в туалет, чуть не поскользнулась, мальчик мыл. Ну, это не показатель, конечно, хорошего, что-то тебе не сказать. Но реально чисто. Это хорошо. Да, это приятно вообще. Люстры красивые, задавить. Да, красивые канделябрики. Красиво. Угу. Да, и метро уже вот, пожалуйста. Минута на Газана. Отошел и метро уже. Локация здесь, конечно, вообще классная. Ух, не, народ, так есть нельзя. Смотрите, я еле доедаю вермишельку. Мутончика уже нет, супчика нету. Параты нет. Наташа давно уже справляется со своей, но у нее сок манго еще стоит. Наташа есть. Наташа что? Есть. Наташа есть, окей.
То есть было все очень вкусно. Вот еще пытаюсь доесть йогуртик и свою вермишель. Ну, так нельзя есть, просто народ. Доказали столько, что... Ну, Наташа нормально себя чувствует. Я, по-моему, уделась. Я все тоже. Да? Я не могу это оставить. Это очень вкусно. Я извиняюсь. Да, то есть, когда я что-то не доедаю, всегда есть Наташа, она всегда доедает. Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Потом, когда говоришь, отработаешь. Да, она в том зале отработает. Как будто бы есть провинившаяся такая. Ну, просто, если вдруг лишний килограммчик придет... Сейчас пойдем гулять, будем долго гулять. Еще у нас есть зал в отеле, погуляем в зале, поплаваем в бассейне под луной. Сбросим этот килограммчик. И завтра снова придем и покушаем. Больше не обращайся, ты не закончишь. Даем сама. Либо даем сама. Ну, я пока вообще классно так сидеть, наблюдать за жизнью в кафе. Вот человек убирает, вытирает, делает все чистым. За окном люди ходят, автобусы ездят. Ездят. Наташа поправляет мой словарный запас. А мы чувствуем себя хорошо, не находясь на работе. Время перерыва, время отпуска, выходные. Это всегда прекрасно. Не, не готов. Наташа не оставляет этого. Не оставляет надежды остаться в вермишельке. Давайте все поаплодируем этому прекрасному человеку. Который приготовил это. Да. Дай Бог ему здоровья. И Наташа, которая доедает все это. То есть, я оставила, в принципе, это... так прилично. Наташа уже из этого съела половину. Я так думаю. Я тебе расскажу одну историю, когда я была в детском садике. Мне кажется, это моя карма называется. Ты все доедала за всех? Не, ну это только если вкусное что-то было. В детском саду очень странно, что было вкусное. Ну да, это странно. Так вот, за меня постоянно доедали. Воспитатели с меня угорали. Им нравилось задавать мне вопрос. Знаешь, ты там один, наверное, когда-то... Ну, я-то только помню, когда уже все спрашивали. Наверное, кто-то спросил, дети, что вы любите делать? И я сказала, я люблю кушать. И, наверное, кому-то понравилось. И все приходили и, наверное, спроси у Наташи, что ей нравится. Спроси, Наташенька, что тебе нравится делать? Наташенька говорила, мне нравится кушать. И они так все смеялись. Сволочи, они издевались надо мной, да? Конечно. Они тебя троллили. Жесть, а сколько им сейчас лет? Как ты думаешь? Не знаю, Наташа, вермишелька еще осталась. Я подумаю тебе. Все подписчики точно поставят лайк. Так вот. За то, что ты доешь свою вермишельку. И допьешь свой манговый сок, который все еще тебя ждет. А может, с собой заберем? Давай, не, ну можно, в принципе. Хочется насладиться. Я бы, если честно, карака выпила, но... Он влезет в себя, карак, еще? Не, не влезет. Они так вкусно его несут. И пошли. Ну все, призналась вам. Тайна. Ну что, ты серьезно? Ты хочешь вот это вот... Ну я настаиваю, что доела вермишель, чтобы... Пытка вермишель. Люди знали, что мы ничего не оставили. Я пока попью свой фреш. Ваше здоровье, товарищи. На здоровье. Не, а они же это завернут, если что. You want something? No. Thank you. Он мой стомах. Наша говорит, нам бы живот еще один. А Билл, we must pay here? Нет, Yes. Thank you. Подошел вежливый мальчик, видно, видит нас с камеры, поинтересовался, все ли в порядке. Наташа попросила второй живот, такого в меню не было, придется исправиться со своим животом. Наташа, ну ты ж прекрасна, ты вермишель Дубаи. Ты что, снимаешь? Да. О, боже. Я уже расслабилась, вышла из кадров. Грим снят, а тут понимаешь, как это он прикалывается, мальчик этот. То есть есть вариант оплатить там на кассе, есть вариант, что тебе принесут. Да. Нам, похоже, сейчас принесут. Не факт. Ну, не важно, ладно. Пожелаем Натальеньке приятного аппетита. Спасибо большое, спасибо, дорогие, спасибо. Да, на финальный счет покажем обязательно. Счастья, да? Здоровья, вкусной пищи, здоровой пищи. Чтобы ваш холодильник не пустил. Карманы тоже были полны. Счастья, здоровья, удачи. Все Таш, так кушай, обнимаю. Кушай. Ну что, народ, по традиции приходится оплачивать счет. Мы посчитали примерно это 80 дирхам будет. Ну нормально, сейчас пойдем спросим. Оказывается, оплачивать нужно здесь. Заодно покажем вам индийские вкусняшки. Смотрите, что еще можно заказать. О, это вообще классно.
вот эти красивые, да, шарики? Да, ну смотри, их поменьше, как раз, наверное, поэтому самые вкусные берут. Наверное. Вот это, а это похоже на колбаску. Помнишь, такая была? Сладкая колбаска, чика. Вкусняшки, короче, всякие. Давай спросим у ребят, сколько? Что у нас почем? Hi. Hello, how are you? Yes, we need to pay. Welcome. You are from? You are from this table. Спросил, откуда мы, да? Он подумал, что просто мы хотим что-то это. Вот нас. Все, наш счет, вот он. Смотри, четко, 88. А я как посчитала? А, вот тут я что-то просчитала. Ты не посчитала таксы. Таксы, да? Чикен. 4, ну, то есть 85. Барата, манго. 84, 85. Держи, да. Тебе счет. Я буду оплачивать. А смотри. Это платная сумма? Это вот это 50 фильтр. Это который, знаешь, после еды едят, чтобы вкус, ну, во рту было вкусно, ну, пахло приятно. Помнишь, в Индии всегда стоит? Да, такое было. Вот, смотри. Да. Вот такие штучечки, прикинь. Да. Что? Возьмем по штучке, чтобы приятно пахло изо рта еще. Ладно, не будем брать, сейчас оплачиваем счет. Все было приятно, вкусно. Наш прощайся с телезрителями. Пока. Вот, мы так покушали, что вообще, в общем, объелись. Ну, все классно, хорошо. Я вот еще желаем вам того же. Да, манго допил номер и все. Пока. Всем пока.